В эфире новости на АСТ, в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте и коротко о главных темах. Депутаты вернулись с каникул. На повестке дня социальная сфера и утверждение исполнения прошлогоднего бюджета. Сразу несколько серьезных ДТП в области. Особенно инспекторы обеспокоены возросшим числом аварий с мотоциклистами. Аистенок вернулся. Труппа нашего театра вернулась с гастролей из Екатеринбурга. Их эмоции и впечатления сегодня в нашем сюжете. Одноэтажный жилой дом загорелся в Милицейском переулке в Иркутске сегодня около 4 часов дня. По словам жильцов, причиной пожара послужила неисправность одного из обогревателей. На место прибыло 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области, пожар на площади 90 квадратных метров удалось локализовать за час. Пострадавших и жертв нет. Теперь к другим новостям. У иркутских парламентариев сегодня начался новый сезон. В законодательном собрании прошла первая после каникул сессия. Повестка в основном касалась социальных вопросов. Депутаты обсудили поддержку семей с усыновленными детьми, а также вопросы использования регионального материнского капитала. Рассмотрели изменения в областной бюджет. Мадина Халикова подробнее. Первым же вопросом парламентарии рассматривают поправки в устав региона. Изменения учитывают нововведения, закрепленные в Конституции России, а также в федеральном законе об организации публичной власти в субъектах страны. Так будут скорректированы полномочия правительства Иркутской области. Все новеллы, которые были учтены в федеральном законодательстве, нам необходимо отразить в своем главном документе, уставе Иркутской области. Хотелось бы заострить внимание о том, что сейчас у нас правительство будет обладать правом внесения изменений и внесением законодательного собрания проекта бюджета Иркутской области и соответствующих изменений бюджета Иркутской области. Кроме того, губернатором Иркутской области было предложено вывести из структуры правительства заместителя губернатора. Приняли депутаты закон об исполнении бюджета региона в 2021 году. Доходы превысили расходы на 17,5 миллиардов и составили 253 миллиарда рублей. И, как отмечают в парламенте, главный финансовый документ при Ангаре сохранил свою социальную направленность. Что касается корректировки бюджета, мы корректируем одно из приложений к закону о бюджете, направляем после сегодняшней сессии в муниципальное образование дополнительные деньги на оснащение мебелью тех школ, которые выходят после капитального ремонта по нашей областной программе. Напомню, мы школы ремонтируем по двум программам, по федеральной и по областной. 58-ю сессию законодательного собрания можно смело назвать социально ориентированной, ведь большой блок вопросов был посвящен именно этой сфере. Речь шла и об обеспечении организации детского отдыха, также о поддержке жителей, заключивших социальные контракты, выплату увеличат на 100 тысяч, и теперь на развитие бизнеса или подсобного хозяйства сумма составит 350 тысяч рублей. Говорили и о сохранении кадрового потенциала в регионе. Очень много вопросов у меня возникает по кадровому потенциалу и у моих коллег. Сегодня много озвучено этих вопросов по развитию кадрового потенциала в Иркутской области. Этот вопрос остается на контроле у депутатского корпуса. Особенно не хватает кадров в бюджетной сфере, врачей, учителей. И не случайно, наверное, вы заметили, какие поправки принимают депутаты для того, чтобы удержать этот кадровый потенциал у нас в Иркутской области. Всего же на заседании рассмотрели 39 вопросов. Большинство законопроектов приняли в первом чтении. Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас. Количество ДТП с участием мототранспорта выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Так, за мотосезон 2022 года в результате происшествий 49 человек получили травмы, 5 скончались от полученных повреждений. С начала года полицейские установили 1256 нарушений со стороны мотоциклистов. 114 из них случились по вине пьяных байкеров, еще 343 ездили без шлема. Пассажирский автобус «Ангарск-Иркутск» столкнулся с грузовиком. Авария случилась в микрорайоне Новоленина областного центра. После удара 34-летний водитель пассажирского транспорта наехал на ограждение. По предварительным данным, в автоаварии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области. На момент ДТП в салоне находилось 15 пассажиров. Все они отправлены попутным транспортом до места назначения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины произошедшего. Первый
Переработка пластика и резиновых покрышек – это не только важная бизнес-задача местных производств, но и весомый вклад в улучшение окружающей среды в Иркутской области и за ее пределами. Подобные инициативы сейчас входят в повестку ESG. Это социально значимые направления компании для устойчивого развития региона и внедрения новых бизнес-инструментов. Какие сейчас используют при Ангаре, узнавала Дарья Макарова. Какие идеи обсудили, расскажем в сюжете. Сегодня бизнес уделяет внимание переработке вторсырья, озеленению территории, оптимизации использования природных ресурсов, помощи больницам и детским домам. Эти вопросы социальной работы в коммерческих компаниях называют повесткой ESG. Предприятия улучшают окружающую среду, благодаря этому создают новые направления для развития собственного бизнеса, внедряют новые инструменты для достижения целей. Иногда в рамках ESG создаются и новые производства. К примеру, в нашем регионе работает завод по утилизации автомобильных шин. Их измельчают в крошку, материал используют для резинового покрытия спортивных площадок. О своем опыте представители бизнеса рассказали на 6-м международном байкальском риск-форуме. Сессию технологий ESG трансформации для бизнеса организовал Сбер. Малый бизнес в нашем ключе, да, это предоставление таких площадок по утилизации. Крупный бизнес как раз ищет партнеров, кто будет принимать на утилизацию те или иные отходы, в числе и шины, и бытовые отходы, и пластик, и все возможное. На сессии ESG «Устойчивое развитие» в формате круглого стола обсудили новые идеи и совместную работу малого и среднего бизнеса, региональной власти и Сбера. У нас, возможно, появятся проекты, которые именно будут работать на устойчивое развитие. Вообще это риск-форум. Какие же риски сегодня испытывает Иркутская область для внедрения устойчивого развития и вообще факторов ESG. Этих рисков великое множество. И что будет, если мы не внедрим это? Да, это же тоже к рискам относится. Сегодня целью у нас было на брифе как раз собрать субъектов малого и среднего бизнеса и с разных сторон, на примерах крупных компаний, на примерах таких же предприятий из малого бизнеса с участием различных организаций, органов государственных, законодательных органов власти, показать о том, что это выгодно, что это можно использовать, какие возможности для этого есть. Сбер уже активно использует свои возможности и популяризирует это направление. За год подписано 11 соглашений с партнерами, которые тоже используют принцип ESG в работе. Эту деятельность в Байкальском банке планируют усиливать и расширять спектр новых идей. Наталья Ветрова, Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости сейчас. Памятник знаменитым авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю поставят в Иркутске. Проект уже утвердили. Познакомиться с создателями знаменитых вертолетов можно будет на улице Ленина возле стадиона «Труд». Презентация пройдет совсем скоро. О том, каким будет монумент и когда его установят, расскажем прямо сейчас. В день рождения Николая Камова цветы к дому, где жил легендарный авиаконструктор, несут жители Иркутска. Создатель знаменитых вертолетов ровно 120 лет назад родился в столице Восточной Сибири. И вот в юбилейный год память о нем и Михаиле Миле решили увековечить. Идею о возведении памятника знаменитым землякам поддержал мэр Руслан Болотов, а профинансировала проект компания «Ростех». По инициативе Сергея Викторовича Чемизова мы приняли решение под патронажем во взаимодействии с администрацией города Иркутска, с Думой города Иркутска, рассмотреть возможность установки памятника этим двум выдающимся людям, чтобы увековечить память конструкторов, чтобы наши иркутяне, жители Иркутской области, гости нашего города знали, что именно вертолетные школы, российские вертолетные школы, зарождались именно здесь. Конкурсная комиссия из всех работ выделила проект архитектора Сергея Демкова. По словам судей, оценивших все варианты памятника, именно эта композиция подчеркивает значение Миля и Камова для мировой авиации. А еще отмечает тот факт, что оба конструктора были соседями. Буквально неделю назад комиссия по топонимике города Иркутска утвердила местонахождение этого памятника. Он будет находиться на улице Ленина, неподалеку от фонтанов, который находится возле стадиона «Струд». Там есть большая площадь, это с противоположной стороны, где находится памятник Ленину, вот с противоположной стороны там большая площадь, уже сделаны проектные работы, уже разработан и утвержден эскиз. Вертолет Ми-1, который выпустило бюро Михаила Миля, стал первым серийным для Советского Союза. А Николая Камова многие историки и вовсе считают автором термина «вертолет». Он соединил слова «вертится» и «летает» и ввел оборот новое значение, заменив устаревшее название «геликоптер». Николай Ильич Камов внес огромный вклад в развитие вертолетостроения нашей страны.
И то, что он был нашим земляком, конечно, на нас накладывает огромную ответственность. Работала над самим памятником, над его видом группа архитекторов. И на основании конкурса был выбран проект, который затем был рассмотрен на комиссии по топонимике. Установят памятник легендарным авиаконструкторам уже в следующем году. Александр Гаврилов, Мария Евстратова и Артур Рощупкин. Новости сейчас. А из театра вернулись домой. Впервые труппа Иркутского театра «Кукол Аистенок» приняла участие в международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. О впечатлениях от выступлений и планах о новом театральном сезоне актеры поделились с нашей съемочной группой. Подробности в сюжете Оксаны Просковой. Для иркутских кукловодов участие в крупном фестивале международного уровня прежде всего ценный опыт. На суд зрителей они представили необычный по своему решению пластический спектакль «Бетховен. Разговорные тетради». Без слов, с нестандартными звуковыми и музыкальными решениями. Рассчитан он на глухих и слабослышащих зрителей. А вот желающим окунуться в мир без звуков и почувствовать, как этот мир воспринимают люди, лишенные слуха, перед спектаклем выдают беруши. Тема фестиваля была такая, ломая стереотипы, поэтому мы повезли нетрадиционный спектакль театров кукол. Это европейская такая система кукол в этом спектакле применена. И мы сделали 3 показа с полным залом, получили очень много благодарностей, хороших отзывов. Исполнитель главной роли Евгений Кириллов, аистенок с 5-летним стажем, рассказывает, неоднократно принимал участие в различных фестивалях, но в таком крупном впервые. Его герой – немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Для того, чтобы раствориться в роли, актеру пришлось потрудиться. Старания не прошли зря. В 2020 году творческий коллектив театра за необычную постановку получил премию губернатора Иркутской области. Конечно же, фестиваль – это большой опыт для всего вообще коллектива, потому что мы ходим, смотрим спектакли других театров, получаем какие-то впечатления, делимся опытом. В ноябре на сцене театра «Кукол» иркутские зрители увидят премьеру спектакля «Последний срок» по произведению Валентина Распутина. Сегодня здесь полным ходом идет подготовка. Оксана Проскова, Иван Прокудин. Новости сейчас. Где найти качественную зимнюю обувь из натуральной кожи и меха по привлекательной цене? На ярмарке белорусской обуви во дворце спорта «Труд». Выбор большой. Я еще померила ботиночки, подобрала такие, какие мне подходят. Для моей ноги, сложной ноги, так можно сказать. Так что большое спасибо всем. Элегантные сапоги с отделкой из меха и металла, спортивные ботинки из кожи и замши, а также летняя коллекция по очень привлекательной цене. Приглашаю всех гостей и жителей города Иркутска на ярмарку белорусской обуви, обуви на проблемную ногу. Большой ассортимент мужских и женских моделей, размерный ряд идет до 43-го женские, до 49-го мужские. Большой ассортимент также на ярмарке курток, пуховиков и дубленок. Ждем вас до 18 сентября по адресу город Иркутск, улица Ленина, 48, дворец спорта «Труд». Спешите порадовать себя приятной и выгодной покупкой. А мне легкая, а мне вкусная. А мурсику? Ну, а мне что? А тебе наша любовь. Большая кружка, большая как любовь. Официальный дилер ООО «СПК». Телефон 72-95-58. И о спорте. Тайшетский спортсмен Андрей Соловьев взял серебро на международных соревнованиях по боксу. Турнир памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова собрал 140 спортсменов из 19 стран. За медали боролись представители России, Армении, Беларуси, Арабских Эмиратов, Таджикистана, Узбекистана и других республик. Андрей Соловьев выступал в весовой категории до 51 килограмма. Тайшетский боксер одержал 2 уверенные победы. Лишь в финале в упорной схватке он раздельным решением судей уступил спортсмену из Узбекистана. Хоккеисты «Байкал-Энергии» разгромили «Акбарс» «Динамо Казань» в матче четвертьфинала Кубка России. Матч состоялся на стадионе «Ерофей» в Хабаровске. С начала игры команды пристреливались друг к другу. Было заметно, что оба коллектива боялись совершить грубые ошибки. Единственный гол в первом тайме забил нападающий иркутян Артем Бондаренко. А в следующей 45-минутке началось все самое интересное. «Байкал-Энергия» полностью смял оборону команды из столицы Татарстана, забив еще 6 мячей. Казанцы сумели ответить обидчику только один раз. На 61
первой минуте номинальным хозяевам удалось реализовать свободный. Таким образом, бело-синий проходит в полуфинал Кубка. Не получился удар у Антипова. И я напоминаю, вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте astv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а у меня на этом все новости. Берегите себя и до встречи на АСТе, ведь мы работаем для вас.